удовольствием. Ну что ж, друзья мои, величайший поэт современности, один из тех столпов, на ком зиждется сегодняшняя эстрада и шоу-бизнес, Владимир Баранов, поэт. Добрый вечер, Игорь. Хочу тебе от всей души пожелать творческого долголетия. И, как я уже говорил ранее, думаю, что никто меня не слышал, в этот юбилей, ну, такой как бы промежуточный, взойти на вершину и не слезать с нее следующие 45 лет. То есть тебе предлагают поработать, в общем-то, немножко богом эстрады? Ну, в какой-то степени, мне кажется, место вакантно, тем более, что говорили, что это очень обаятельный, красивый артист. Я даже могу открыть секрет, почему он красивый. Тут выступала девушка, сказала: Игорь, ты так отлично выглядишь, когда 45 лет ты ничего не делал. Пришло время, наконец-то, начать воплощать, так сказать, свои творческие потенциалы и реализовывать авансы. Хотя, как, собственно, композитор, Игорь сделал, я считаю, очень много. И еще, Игорь, я желаю тебе петь больше моих песен, потому что, исполняя, как было уже сказано, профессиональные тексты, ты будешь двигаться к вершине. С днем рождения! Да, и к тому же в Российское авторское общество можно будет заходить чаще. Логично, тем более, что оно все равно никому не платит. Да, ну на этом... Наверное, берет себе эти бабки. Да, и строит где-то дом композиторов или дом поэтов, как минимум. Да, причем всему этому правлению Российского авторского общества. Большой привет от поэта Владимира Баранова. И 5000 рублей гонорара за 300 исполняемых песен. Друзья мои, спешу присоединиться. Такая же фигня. До новых встреч. Ура.